пришли, и я сегодня буду погружать вас в мир паранормальных явлений и рассказывать про всякие ужасы. Это такая хоррор-лекция, если что. Не знаю, вас предупреждали или нет, но будет местами, может быть, страшно. Надеюсь, что не сильно. И начну я лекцию с вопроса к вам. Бывало ли у вас такое в жизни, что вы проснулись, и вам кажется, что вы не можете пошевелиться? Поднимите, пожалуйста, руку, если здесь такие есть. Смотрите, у нас какое-то количество есть. А такое, что при этом вы ощущали, что в комнате есть кто-то посторонний? И такое, что этот посторонний запрыгнул к вам на грудь и пытается вас задушить или как-то вам что-то сделать с вами плохое. Так, раз, два, кроме меня, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот здесь много таких людей. А вот видите, нам приходят во сне одни и те же страшные демоны. Может быть, доказывают, что демоны на самом деле существуют. А вот мне самый страшный кошмар в моей жизни снился дважды. Я пытался в интернете найти картинку, которая бы его проиллюстрировала, и вот как-то так это выглядит. Вот те, кто поднимали руки, похоже, вот кивают в первом ряду, что похоже. И некоторые сторонники существования паранормального и всякой чертовщины говорят, ну вот это и есть доказательство, раз в разных, разные люди, независимо друг от друга, сталкивались с чем-то похожим, может быть, за этим что-то стоит на самом деле настоящее. Действительно, слово «кошмар» вообще происходит от имени демона из скандинавской мифологии, демон Мара, который садится по ночам на грудь, вызывает удушье и дурные сны. И подобные демоны с похожим описанием, но с разными названиями присутствуют в самых разных культурах, у разных народов. Например, есть демон, есть эти джинны в исламе, у нас есть домовые, которые садятся на грудь и предсказывают беды. Есть у всяких, в древней демонологии были инкубы и суккубы, это развратные демоны, которые тоже могли приходить во сне и делать всякие неприличные вещи с людьми еще к тому же. В общем, полно самых разных примеров таких демонов. Ну и опять же, кроме того, что, может быть, демоны существуют на самом деле, есть, конечно, и более простое объяснение, которое заключается в том, что за схожим таким вот физиологическим, за схожим таким опытом паранормальным находится схожесть некоторых физиологических состояний, через которые люди могут проходить во время сна. И есть такой термин, называется сонный паралич, когда человек просыпается, ему кажется, что он парализован. А почему это возникает? Когда мы спим, у нас есть фазы быстрого сна и фазы медленного сна. Во время быстрого сна наш мозг имеет активность очень похожую на ту, которую мы наблюдаем во время бодрствования. И если человек разбудить во время быстрого сна, то с высокой вероятностью он скажет, что он видел сны. И вот для того, чтобы мы во время вот этих ярких, красивых снов не начали их воплощать в реальность, то есть там, драться, кусаться, делать что-нибудь странное, что мы видим во сне, то существует как бы защитный механизм, который заключается в том, он совершенно нормальный, это то, что тормозится моторная кора, тормозятся моторные нейроны, которые посылают сигналы к мышцам, и в итоге мы как бы парализованы. И, ну, мы этого не ощущаем, потому что мы спим. Иногда бывает так, что человек просыпается, и этот паралич не успевает пройти, и мозг пытается проинтерпретировать это странное состояние. Как же так? Я вроде бы почти проснулся, а пошевелиться не могу. Почему я не могу пошевелиться? Может быть, потому что кто-то меня удерживает. Мозг, опять же, не до конца проснулся, он может интерпретировать какую-то тень, как силуэт какого-то монстра, биение собственного сердца, эти звуки, как звук шагов. И, например, удушье может возникать из-за того, что, во-первых, человеку тяжело полной грудью вздохнуть, если он захочет, а во-вторых, часто такие кошмары приходят, когда люди спят на спине и страдают, например, от апноэ, иных затруднений дыхания. И вот это нормальное, такое, ну, некоторое нехватку кислорода, они интерпретируют как то, что их кто-то душит. И возникает такой синтез всего этого вместе в единый такой общий для всех кошмар. Вот одиночные случаи вот такого сонного паралича, они, в принципе, ни о чем страшном не говорят, намного более проблемная ситуация, когда у людей это не возникает, и когда люди во время быстрого сна начинают таки воплощать эти сны в реальность. Это, как правило, связано с патологией. Вот здесь вы видите фотографию человека, который во сне вот поднимает ногу, поднимает руку. Это еще безобидный вариант. В научной литературе описаны кейсы самые разные. Например, одному мужчине приснилось во сне, что он играет в американский футбол. Он хотел забить гол, как положено в американском футболе, руками кидают мяч, но оказалось, что в реальности он схватил за голову свою жену, пытался бросить ее под кровать. Или был пример, когда человеку пояснилось, что он едет на мотоцикле, и какой-то другой мотоциклист пытается его протаранить, и он начал ногой отбиваться от этого мотоциклиста, и в итоге ногами избивал свою жену. Или обычно жена, да, страдает. Вот.
Там, другой, ну, бывает так, что жена страдает немножко в другом смысле. Например, бывали случаи, когда мужчина пытался заняться сексом со своей женой в этом состоянии. И бывали убийства, совершенные в этом состоянии. И на самом деле в некоторых странах есть специальный юридический термин и специальная процедура рассмотрения тех случаев убийства, когда убийство совершено таким вот пациентом, потому что понятно, что он, ну, по крайней мере, днем не опасен, ночью другое дело. И это рассматривается немножко по другим статьям, скажем так. Такое состояние возникает, как правило, из-за повреждения вот этого места в мозге. Это называется покрышка Ворлиева моста. Это в стволе головного мозга расположено. И мы знаем, что это место важно по двум причинам. Во-первых, у пациентов, которые вот так себя ведут, обычно здесь находят повреждения. А во-вторых, были экспериментальные работы на кошках, где им специально эту область мозга повреждали. И после этого они начинали во сне охотиться. И, в общем, как-то по-разному плохо себя вести. Там, в том числе проявляли сексуальное поведение, агрессию и прочее. У меня нету видеозаписи кошки. У меня есть видеозапись собаки. Правда, сразу предупрежу, что, скорее всего, там не то же самое повреждение. Это может быть что-то похожее. Мы не знаем диагноза этой собаки, скажем так. Но, по крайней мере, это показывает, что собакам тоже снятся кошмары. Вот она. А бывают другие нарушения сна, которые иногда тоже связывают с паранормальным, например, лунатизм. Ну, лунатизм — это на самом деле штука вполне нормальная, в том смысле, что дети очень часто этим страдают, они ходят во сне или осуществляют какие-то другие автоматические действия во сне. И с возрастом это часто проходит, то есть это не является в большинстве случаев каким-то индикатором патологии. И еще один момент важный, что, ну, это не нарушение быстрого сна, это нарушение... не нарушение, это особенность, которая происходит во время медленного сна, то есть люди не осознают, что они ходят, они этого потом не помнят, просто люди могут иногда выполнять какие-то автоматические действия, заученные до автомата вот в этом состоянии. И, к сожалению, здесь уже глюки начинаются у людей, которые видят это со стороны, они видят, что человек как бы спит и ходит. Почему? Ну, потому что дьявол вселился, естественно. Так же иначе. И бывает, что люди настолько пугаются этого и настолько неадекватно это воспринимают, что тоже принимают какие-то неблагоприятные меры по отношению к этим несчастным лунатикам. Вот, например, эта девочка, ее зовут Эвелин Васкес. Тут, к сожалению, ее не видно из-за стенда. Sorry. Ну, может быть, не так важно увидеть ее фотографию. Ее мама решила, что раз она лунатик, то в нее вселился дьявол, и она ее зарезала. И это история про то, почему важно понимать, что может скрываться за паранормальным опытом. Если человек этого не понимает, если он верит, что реально существуют демоны, то его поведение может быть не очень адекватным, и оно может привести к печальным последствиям. И еще одна история, которая, мне кажется, показывает, почему важно знать природу таких паранормальных явлений, скажем так, это история, которую рассказала журналистка Кэрри Поппи на лекции TED Talks. И история следующая. Она верила в то, что у нее дома завелся полтергейст. И она приходила домой и чувствовала удушье, у нее были галлюцинации, и казалось, что какой-то призрак в доме живет. Она чувствовала приближающуюся собственную смерть, была очень напугана, вызывала экзорцистов. Ну, в общем, она делала там какое-то освещение квартиры, это не помогло. Тогда она решила обратиться к охотникам за привидениями. Но не к тем охотникам за привидениями, которые бегают с ультрафиолетными лампами в пользу какой-то там эктоплазмы где-нибудь там на кровати или еще что-нибудь в этом роде, и не к тем, которые там на камеру пугаются, о, ужас, ужас, я что-то слышал, а к тем, которые являются скептиками, пытаются разобраться, а что же на самом деле происходит. И они, услышав ее историю, сказали: а что если вот этот злой дух в вашей квартире — это просто угарный газ, и у вас отравление угарным газом, потому что симптоматика похожа. Вызовите газовую службу. И она вызвала газовую службу, и те сказали, что, знаете, очень хорошо, что вас вызвали, потому что еще пару дней, и вы погибли, потому что у вас действительно утечка угарного газа, концентрация у вас росла, и, в общем, могло все очень плохо закончиться. То есть еще один пример того, как, в принципе, это знание может быть применимо в бытовой практике, оно может спасти чью-то жизнь. И с тех пор, собственно, Кэрри Поппи занимается сама вот таким вот охотой за привидениями и рассказывает про скептический подход к исследованиям паранормального. Ну вот следующая история уже не связана со сном. Обратите внимание вот на этого котика. Он копает песочек, но у него нету лапки, которой он копает песочек.
Вот это явление, оно называется фантомной конечностью. Оно встречается как у животных, так и у людей. Когда человек потерял конечность, например, на войне, рука была ампутирована по каким-то причинам из-за какой-то болезни, часто люди испытывают ощущение, что такие руки как бы нет физической, но они чувствуют, что как бы что-то на этом месте есть, невидимое, но они это ощущают. И опять же, сторонники мистики скажут, это доказательство того, что кроме материальной оболочки тела есть астральное, эфирное, тонкое тело, и вот это вот прямое тому доказательство. Но опять же, и у этого есть более простое и понятное объяснение с определенными выводами практическими, которое заключается в том, что хотя у человека с ампутированной конечностью руки может не быть, область мозга, которая посылала сигналы этой руке, или область мозга, которая принимала сигналы от этой руки, она по-прежнему осталась, она никуда не делась, все эти нервные клетки сохранились, и в некоторых случаях эти нервные клетки могут спонтанно активироваться, а в некоторых случаях они могут активироваться из-за того, что мозг обладает таким свойством, это называется пластичность. Если нервная клетка как бы ни в чем не задействована, она начинает образовывать новые нервные связи и пытается как бы вернуться в работу этого мозга. И понятно, это эти нейроны, которые раньше занимались рукой, они уже с рукой никак не связаны, но они могут, например, образовать связи с соседними областями мозга. Например, часто так бывает, что люди с этой ампутированной конечностью, они чувствуют прикосновение к фантомной руке, когда их трогают за губу. А вот если вы посмотрите там наверху гомункулуса, то вы увидите, что губа и рука находятся рядом на этом гомункулусе. Дело в том, что и в мозге область, которая иннервирует руку и губу, они находятся рядом, и поэтому эти нервные клетки начинают больше контактировать, и возникает такой интересный эффект. И вот, собственно, это может объяснять то, почему существуют фантомные конечности, ощущения в них. И иногда бывает, что все печальней. И, да, простите, у вас вопрос? Хороший вопрос, если честно, я предполагаю, что нет, но лучше это проверить. Мой прогноз, что нет, потому что с чего бы. Вот. Но это получается опровержение фантомной сущности нашей. Ну, это тоже в каком-то смысле опровержение фантомной сущности. В общем, нет, если его. Да, я думаю, что вы правы. Вот. И бывает так, что вот эта фантомная конечность, она не просто существует у человека, он не просто ее ощущает, но она у него начинает болеть. И это называется фантомной болью. Если вы смотрели, например, сериал «Доктор Хаус», там была серия, где был ветеран войны, который был очень злой и недовольный, и Хаус предположил, что он такой злой и недовольный, потому что у него фантомные боли, и он его там привязал и засунул ему, я не помню, там у него была рука или нога, рука, он засунул в такой вот ящик. Вот это основано на реальной экспериментальной процедуре, которую придумал нейрофизиолог Вайлану Рамачандран, автор книги «Фантомы мозга». У него была такая идея, что вот мозг, он может посылать руке сигналы, и он ожидает, что если он послал руке сигнал, там, сгибайся, то рука должна согнуться, и от этого должны пойти обратные сигналы, что я согнулась, все в порядке. Если рука не сгибается в ответ на такие сигналы, значит, она не может этого сделать. Почему? Потому что ее кто-то придавил. Соответственно, раз ее придавили, значит, нужно, чтобы она сгибалась сильнее. Послать более мощные стимулы в руке, но она все равно не сгибается, значит, ее сильно придавили. А раз ее сильно придавили, значит, это больно, это опасно, ну и вот мозг начинает таким образом глючить. И тогда, может быть, попробовать можно мозг обмануть. И этот зеркальный ящик для этого и существует. Человек помещает нормальную руку, здоровую, в этот ящик. В отражении он видит зеркальное отражение этой своей руки. И дальше он поднимает нормальную руку и представляет, что он сгибает фантомную руку. И в итоге у него возникает визуальное подтверждение, что у него две руки и все с ними в порядке, и люди утверждают, что у них при этом фантомные боли уменьшаются, есть на этот счет всякие исследования. Более современные такие инновационные подходы к лечению фантомной боли связаны с виртуальной реальностью. Тут тоже есть идея, что вот если мы те нейроны, которые отвечают за управление рукой, все-таки будем задействовать, будем их тренировать, пускай они управляют не настоящей рукой, а управляют виртуальной рукой в компьютерной симуляции, может быть, это поможет человеку адаптироваться и не испытывать фантомной боли. И есть исследования, показывают, что вроде так оно и происходит. То есть человек играет в компьютерные игры, он управляет как бы тем, что у него осталось от руки, посылает, да, сигналы, но управляет при этом какой-то виртуальной рукой, учится ей манипулировать, и в итоге фантомные боли уменьшаются.
Но не обязательно потерять конечность, чтобы почувствовать некоторый похожий эффект. Известна так называемая иллюзия резиновой руки, суть которой заключается в том, что у вас есть перегородка, и вы за эту перегородку убираете свою собственную руку, и вы ее не видите. А перед вами кладут муляж, и экспериментатор, он синхронно пальцами, кисточкой, карандашиком прикасается в одни и те же места в этой фантом, этой муляжа и вашей руки. И если это делать синхронно, то у примерно 8-10 людей, с которыми это проверяли, возникает ощущение, что вот это их рука, что они чувствуют прикосновение вот к этой руке. И чтобы проверить, насколько эта иллюзия убедительна, можно сделать следующее. Можно взять молоток и по этой резиновой руке ударить и посмотреть, какая будет реакция у человека. И сравнить эту реакцию в междуконтрольной ситуации, когда прикосновение не синхронно, в этом случае иллюзия такой резиновой руки не возникает, если не синхронно прикасаться к муляжу и к руке. И, собственно, как оценивать эмоциональную реакцию? С помощью полиграфа. Вы его, может быть, знаете больше, детектор лжи. Одна из вещей, которую он меряет, это... Вот когда человек нервничает, он потеет, из-за того, что он потеет, кожа увлажняется, из-за этого сопротивление уменьшается, ток проходит лучше, и вот это можно померить. Человек спотел, вот люди больше потеют, когда ощущают, что вот эта рука, которая бьет молотком, она как бы, что они ее могут воспринимать прикосновение к ней, больше нервничают. А по аналогии можно ставить эксперименты не только на людях, но и на животных. Это статья про фантомный хвост у мышей. Про резиновый хвост у мышей, точнее. Есть мышь, ее сажают в такую вот капсулу, где она не может особо пошевелиться, только головой может вращать. И ее хвост как бы убирают сзади, а перед ней кладут резиновый шланг такой, ну, проводочек. И дальше в одном случае экспериментатор синхронно гладит реальный хвост этой мыши и эту резиновую штуку перед ней, а в другом случае он это делает не синхронно, это контроль. А второй экспериментатор, который не знает, было ли это прикосновение синхронным или несинхронным, то есть он как бы ослеплен в этом плане научной терминологии, научной методологии, он хватает этот резиновый хвост и дальше фиксируется, как поворачивается ли эта мышка головой к этому хвосту, чтобы проверить, все ли с ним в порядке, к резиновому этому шлангу, к этому проводу, вот к этому, или нет. Ну и оказывается, если прикосновения были синхронными, то мыши реагируют более активно, чем в случае, если эти прикосновения были несинхронными, и тогда этой иллюзии не возникает. Ну и на самом деле на людях можно сделать еще более впечатляющую штуку, можно создать иллюзию фантомного тела. Вот здесь вы видите схему эксперимента. Есть человек, у него очки виртуальной реальности, он смотрит вниз под собой. И видит он пустое пространство, потому что эти очки виртуальной реальности показывают то, что видит камеры вот здесь, которые смотрят вниз. И в итоге он видит пустое пространство, а специально обученный экспериментатор либо синхронно, либо несинхронно прикасается кисточками к телу человека и к пустому месту, где как бы могло бы быть это фантомное тело. И если это делать синхронно, то у людей возникает иллюзия, что у них как бы есть невидимое тело, которое они как бы чувствуют и ощущают. Через некоторое время эта штука возникает, и после этого можно проверить, насколько эта иллюзия действительно убедительна, и вместо кисточки поднести нож. И люди стремаются от этого, потому что сейчас почувствуют укол, да. То есть мозг, он может, скажем так, начинать, он обобщает сигналы от разных органов чувств, пытается это все объединить в некоторую картину мира, и, собственно, мы можем обучаться чувствовать, понимать, где находится наше тело, прикосновение, куда вызывают такие у нас ощущения, и прогнозировать, что мы почувствуем, что будет дальше в будущем. Следующая история, которую я хочу рассказать, связанная с паранормальным, это история про ауру. Вообще про ауру есть много чего всякого интересного. Ну, ауру иногда люди видят, вот такие яркие сферические штуки во время эпилептических припадков. Так бывает. Бывает, что люди... Если вы долго будете смотреть на какое-нибудь определенное изображение, потом переведете взгляд на белую стену, то вы можете увидеть там красного цвета такую штуку, или, например, если вы смотрите на красный, то вы можете увидеть зеленое. И есть какие-то такого рода эффекты, и ну, это не очень, на мой взгляд, прям интересно в теме паранормального. Есть люди, которые утверждают, что они видят ауру, потому что они экстрасенсы, что они какие-то эзотерики. Мы на примере Гудения тестировали двух людей, которые утверждали, что они видят ауру, и там просто интересно, как люди могут
странно себя вести, скажем так, потому что эксперимент проводил следующим образом. Вот у нас есть 5 ширм, и у нас есть 5 человек, один из них мужчина, 4 девушки, и наши экстрасенсы говорят, мы видим их ауру. Мы их спрашиваем, отличается ли аура? Да, отличается. Если мы их поставим за ширмы, вы видите их ауру через тонкую ширму? Они говорят, да, видим. Отлично. То есть вы сейчас, вот мы поставили перед вами эти ширмы, людей завели за эти ширмы, вы знаете, кто где стоит, и вы видите, что аура молодого человека вот за третьей ширмой. Они говорят, да, видим. Отлично. А теперь давайте мы вас выведем из комнаты, случайным образом перемешаем этих людей, и вы повторите. И они повторяют, но не могут сказать, где находится этот человек, они не угадывают. Они говорят, неправильно. Они говорят, вот молодой человек стоит за второй ширмой, нет, там девушка. И количество правильных ответов у них оказывается не больше, чем случайное угадывание. То есть там у нас было 9, на 2 экстрасенсов 9 тестов, из них только в одном был правильный ответ. Ну, эта история просто странная. Почему люди думают, что они что-то видят, хотя они этого не видят? И это может быть из области того, что там что-то странное в голове происходит. Но есть еще одна история про ауру, которая, мне кажется, очень интересна с точки зрения того, как мозг устроен и как он работает. И прежде чем рассказать про это, нужно сделать небольшой такой отход в сторону и показать вам вот такую картинку. Вот здесь 2 символа. Это символ из планеты Нибиру, любезно предоставленный каналом РЕН-ТВ. Один из них называется Буба, а другой называется Кики. И я сейчас прошу вас, опираясь только на древнюю память предков, сказать мне, какой из этих символов Буба, какой Кика. Только не говорите вслух, а подумайте, чтобы мнение окружающих на вас не повлияло. То есть здесь Буба и Кики. Решите, что есть Буба, что есть Кики. После этого зафиксируйте свой ответ. Сейчас мы проголосуем. Готовы? Окей. Так, кто считает, поднимите руку, что Буба — это вот это, а Кики — это вот это. Что Буба слева, а Кики справа. Поднимите руку. Так, хорошо. А кто считает, что вот это Кики, а это Буба? Вау! Нибиру настоящая, память предков существует. Вы экстрасенсы. Почему все так считают? Ну, как-то мы можем, вот мы сейчас все почувствовали, что мы можем почему-то, непонятно почему, хотя казалось бы, да, что здесь, почему это Кики, а это Буба, ассоциировать форму со словом. Нечто более интересное, но в то же время похожее, происходит в редких случаях, ну, относительно редких случаях, у людей, которые называют синестетами, но это касается других ассоциаций. Например, люди могут испытывать, что какие-то буквы окрашены цветами, какие-то цифры окрашены цветами. Например, вот Ричард Фейнман, которого здесь цитирую, вот он считал, что вот некоторые буквы в формулах, которые он писал, имеют цвет. Таких примеров достаточно много. Синестезии бывают очень разные. Кто-то видит цветами там, дни календаря или дни недели. Бывает не только цветовая синестезия, бывает синестезия звуковая. Звуковая цветовая синестезия, например, вот Анна Сальц, вот так она видела Вивальди. Она слышала Вивальди, видела при этом некоторые образы, которые она в этой картине запечатлила. Вот так, когда она слышит музыку, она видит цвета. Или вот Кандинский тоже считается, что он был синестетом, и вот он тоже как-то музыку пытался рисовать, то, что он воспринимает. И вот в каком-то смысле, как проверить, что эти люди, которые заявляют, что они синестеты, кстати, здесь есть синестеты? Есть такие люди здесь? Может быть, ладно, потом обсудим. Вот, а люди, которые, как проверить, что люди, которые считают себя синестетами, что они просто не выдумывают? Мы же не можем залезть к ним в мозг, в их сознание, и убедиться, что они не врут. Чем они лучше экстрасенсов, да, в каком-то смысле? Но оказалось, что нет, что все, что можно подвергать некоторым, пока не можно привести доводы в пользу того, что они нас не обманывают, и ученые из скептиков по отношению к этому феномену в целом перешли в сторону того, что этот феномен на самом деле существует, что это не выдумка. И в качестве примера такого эксперимента, вот эта работа, к сожалению, тут цитирование полностью вы не увидите, но я потом могу желающим присылать ссылку или слайд. И работа заключалась в следующем. Были такие синестеты, которые утверждали, что когда они видят изменение визуальной картинки перед собой, например, вспышку света, у них в голове возникает звуковой сигнал. Они как бы слышат визуальные образы. И как можно проверить такое утверждение? Эксперимент основывался на таком наблюдении, на таком известном факте, что люди достаточно хорошо запоминают и сравнивают ритмические последовательности звуков. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц, тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Вот
вы услышали два ритмических набора звуков, и вы можете сопоставить, было ли это одно и то же или нет. И это сделать достаточно легко. Намного сложнее, если это световые сигналы. Здесь наш мозг так хорошо не справляется с этой задачей, и можно показать на обычных людях, что есть разница между такими сигналами. И, собственно, эксперимент заключался в том, что синестетам, обычным людям, показывали такую сообразную морзянку. То есть были вспышки света короткие и длинные, был некоторый паттерн, и нужно было сказать, вот два паттерна, идущие друг за другом, они совпадают или они отличаются. И обычные люди плохо справлялись с заданием, синестеты очень хорошо справлялись с заданием, но если обычным людям добавить звуковую дорожку к этому визуальному паттерну, то тогда обычно люди справляются с заданием так же хорошо, как синестет, и разницы уже никакой нет. И это хороший аргумент в пользу того, что действительно за этим что-то скрывается интересное, что да, мозг может связать визуальные и звуковые стимулы. И, по-видимому, объяснение этому с точки зрения и этой синестезии, и других синестезий, с точки зрения нейробиологии, в том, что вообще области мозга, которые отвечают за распознавание тех или иных сигналов, обработку той или иной информации, иногда могут перекрываться немножко. Ну, так же, как вот это была история про фантомные руки, что у нас может перекрываться область мозга, которая сигналы от области мозга, которая воспринимает прикосновение к губе, может как-то перетекать, да, в сигналы той области, которая связана с рукой. И здесь тоже что-то похожее. Вот человек видит свет, и это вызывает ассоциацию с цифрой. Точнее, наоборот, видит цифру, возникает ассоциация с цветом. Ну и то же самое звуки с цветом или еще с чем-то. Есть тесты и на другие типы синестезии. Например, вот я говорю про цифровую и цветовую синестезию. Представьте себе, что пришел человек, который говорит, я вижу двойки синими, а пятерки красными. Вы ему показываете вот такую картинку. И говорите, кто видите вы здесь треугольник из двоек? Поднимите руку, кто видит. Ну вот кто-то видит, кто-то уже нашел, но далеко не все и не многие. Вот так легче, согласитесь. Я перепутал цвета, правда, но неважно. Вот. И понятно, что если человек видит на самом деле видит цифры цветами, то он будет быстрее справляться с таким заданием. И для многих синестетов это было показано, что они действительно легче справляются с такими заданиями. Но более изощренный эксперимент с синестезией придумали авторы статьи в Nature в 2000 году. Статья называлась «5 плюс 2 равняется желтое». Очевидно, что речь шла про синестета, который семерку видел желтым цветом. И штуку, которую они придумали для этого, она называется... Они использовали такую особенность человеческого мышления, которая называется эффект Струпа. Струп — это такой был ученый, который обнаружил следующее. Вот если вас попросят назвать не слово, а цвет, который здесь написан, желтый, а не красный, да, и зеленый, как и цвет, то будет некоторая разница между этими двумя ситуациями. Здесь хочется сказать красный, но надо сказать желтый. Из-за того, что слово не соответствует цвету, возникает задержка. И вот эта задержка, она измерима. Если тест повторять много раз большим количеством слов и цветов, то можно показать, что люди называют цвета медленнее, там сотни миллисекунд разница, если цвет не совпадает с словом, которым этот цвет написан. Понятно, вот это вот эффект Струпа. И дальше решили проверить, вот можем ли мы показать, что у людей, которые утверждают, что они видят цифры цветами, возникает нечто похожее. И значит, у них был такой синестет, он видел разные цифры разными цветами. Ну, во-первых, проверили, что он действительно последователен в своих показаниях, что если ему показывать разные цифры, то он быстро называет один и тот же цвет для одной и той же цифры, что для него эта штука автоматическая, воспроизводимая. И после того, как было известно, какие цифры у него ассоциируются с какими цветами, после того, как это все было задокументировано, они ему показывают уравнения простые, типа вот сложите два числа или сделайте вычитание. И есть какой-то правильный ответ, который нужно назвать. А за этим правильным ответом, вот в этом квадратике, который, куда нужно указать правильный ответ, ставят квадратик цвета соответствующего или не соответствующего цвету той цифры, которую человек утверждает, что у него ассоциируется с этим цветом. То есть, например, здесь может быть желтый, а может быть зеленый квадратик. И вот оказалось, что если цвет совпадает, то человек быстрее отвечает и дает правильный ответ, с большей скоростью возникает тот самый эффект Струпа. Вот тоже такой интересный, креативный подход к тому, чтобы разобраться в том, как может быть устроен внутренний мир человека, несмотря на то, что этот внутренний мир как бы для нас недоступен, все равно можем немножко туда заглянуть.
И вот это возвращает нас, собственно, к ауре. Причем здесь аура? А некоторые люди утверждают, что они видят ауры не потому, что они экстрасенсы, не потому, что у них есть какая-то паранормальная способность, а потому, что вот они смотрят на человека, он вызывает у них, допустим, приятную эмоциональную реакцию, и поэтому вокруг него возникает красненькое, а этот неприятный у него зелененькое, ну, например, не обязательно именно такие цвета. Было сделано предположение, что они тоже являются синестетами, что это синестезия между эмоциональным отношением к чему-то и цветом. Цветовая эмоциональная синестезия. Это могло бы объяснить некоторые случаи видение ауры, заявление о том, что люди видят ауру. И решили проверить следующую гипотезу. А может ли быть такое, что те экстрасенсы, которые говорят, что они видят ауру, они синестеты? И начали это проверять. Нашли 4 синестетов, которые считают, что они синестеты, и 4 типа эзотериков, которые сказали, что мы с помощью оккультных практик пришли к тому, что мы видим ауру людей, мы можем там здоровье определять, состояние, там еще что-то, почистить сущность гномика. Вот. И в итоге они подвергали, собственно, этих людей двум вещам. Во-первых, они смотрели, насколько люди воспроизводимо могут называть цвет ауры одних и тех же людей, если этих людей перемешивать. И оказалось, что синестеты хорошо справляются, у них стабильно одна и та же аура у одного и того же человека. У экстрасенсов было плохо с воспроизводимостью, они путались в своих показаниях. И второе, оказалось, что возникают проблемы и с эффектом Стропа, что у синестетов, если им показать, например, фотографию человека или человека некоторого, а потом показать им квадратик, совпадающий или не совпадающий по цвету с цветом, заявленным цветом ауры этого человека, то если цвет совпадает, то цвет квадратика называется быстрее. А у экстрасенсов такого эффекта наблюдать не удалось. В итоге авторы пришли к выводу, что хотя есть нечто общее между синестезией такой эмоционально-цветовой и видением ауры, но, по-видимому, все-таки разные феномены, и у них больше отличий, чем сходства, и как бы никто так и не продемонстрировал, что на самом деле видят эти ауры в эзотерическом, мистическом смысле. И, собственно, вот я описывал эксперимент этой премии Гудини, где мы людей за ширмы ставили, и вот экстрасенсы пытались что-то сделать. Подобные эксперименты ставились и в других странах разными людьми. Есть научные публикации, как ни странно, даже вот прям в академических журналах на этот счет. И тоже никогда не удавалось подтвердить, что кто-то может, например, через ширму увидеть ауру, что было бы демонстрацией паранормальной способности. Следующая история, которую я расскажу, связана с синдромом, который называется синдром Капгара. Это синдром, который может заставить человека почувствовать, что кого-то подменили. И, может быть, такие синдромы могли бы объяснить, например, легенды про доппельгангеров, существ, которые могли убить, допустим, какого-нибудь родственника, а потом занять их место, а на самом деле это кровожадное, кровососущее существо, которое кем-то притворяется. Такие мифы тоже существуют в некоторых сообществах, в некоторых культурах. А что такое синдром Капгара? Это когда человек, например, вот типичный кейс, мужчина попал в аварию автомобильную, получил травму головы серьезную, оказался в больнице. Потом его выпускают в какой-то момент, он приходит домой, видит свою жену и говорит: «Эта женщина вылитая моя жена, но это самозванка, это не она». Его спрашивают: «Ну а что не так?» Говорит: «Не знаю, это точно не моя жена, вы вот все врете, подменили, окаянные». Вот. И бывает так, что заблуждение еще более забавно, например, там говорят: это не просто не моя жена, а это какой-то гомосексуальный мужчина притворяется моей женой. Бывают очень странные вещи. Мой самый любимый пример — это история про то, как мужчина утверждал, что агенты спецслужбы американские подменили его кота. Вот. Авторы статьи назвали это синдром Кэтгара. Синдром подмены кота. Мужчина писал письма своей жене, говорил: не доверяй коту, он за нами следит. Вот. Ну, у него тоже нашли повреждения мозга. И, в общем-то, в случае с синдромом Капгара это всегда находит что-то не так, какие-то повреждения органические в голове. То есть эта штука указывает на наличие некоторой патологии, но бывают разные варианты этого синдрома. Бывает, например, что человек не распознает, когда видит человека, но при этом, например, когда слышит голос знакомого человека, то узнает. Узнает голос. А бывает так, что когда человек видит кого-то, то он распознает и говорит: да, это моя жена, и все в порядке. А когда слышит голос этой жены, говорит: ну, господи, нет, это не голос моей жены. То есть бывает слуховой вариант, бывает визуальный вариант этого синдрома. И чтобы понять, что здесь происходит, ну, по крайней мере,
приблизиться к пониманию того, что здесь происходит, имеет смысл рассмотреть еще один синдром. Есть такое заболевание, называется прозопагнозия. Это когда человек не распознает лица. То есть не может сказать, вот это вот Вася или Петя. Не различают эти лица, но интересно, что у людей с прозопагнозией при этом может наблюдаться следующее, что если им показать фотографию или просто знакомого человека, родственника кого-то, то у них можно на полиграфии отметить эмоциональную реакцию на знакомые лица, которая не возникает на незнакомые лица. То есть как бы эмоциональная реакция есть, но при этом распознавания как бы нет. Это как бы странно. Вот у людей с синдромом Капгра, с визуальным его вариантом, все наоборот. У них есть распознавание, но у них нет этой эмоциональной реакции на полиграфии. И поэтому, собственно, идея, которую предложил, собственно, ну, кто ее предложил, я сейчас не помню, она тоже описывается у Рамачандрана в «Фантомах мозга» и в научных статьях самых разных. История такая, что, по-видимому, мозг имеет несколько путей обработки зрительной информации. Где-то у нас вырабатывается эмоциональная реакция, которая должна возникнуть на некоторые визуальные изображения, на некоторое лицо, а где-то обработка информации к созданию некоторого образа, который, собственно, и предъявляется нашему сознанию. И вот эти два разных пути, может нарушаться один или другой. Нарушение одного пути ведет к прозопагнозии, в другом случае возникает синдром Капгра. То есть человек видит свою жену, похоже на мою жену, но свою жену-то я люблю, а это существо у меня эмоции не вызывает, следовательно, это подменили. Вот примерно вот такая штука возникает. Это то объяснение, которое на данный момент существует. Есть еще один синдром, называется синдром Катара. Это синдром, из-за которого человек может почувствовать себя мертвым. Думать, что он все, он труп. «Врач, отвезите меня, пожалуйста, в морг, хочу быть среди своих». Это почти цитата одного из пациентов. Мне больше нравится история про пациента, который был уверен, что он умер, и что он попал в ад. И в качестве подтверждения того, что он попал в ад, он говорил, ну, дело в том, что его мать, после того, как выписали из больницы, поехала с ним в Африку. И вот он говорил, что здесь так жарко, это точно так кажется, что я в аду, а это душа моей матери сопровождает меня в ад. То есть он пытался из фактов интерпретировать факты в пользу некоторой своей такой внутренней теории, что он мертвый. Другой пример, как раз тоже из Рамачандрана, но мне очень нравится. Значит, там был пациент, который его спросили, ну, хорошо, вот ты говоришь, ты мертв. Он говорит, да. У мертвых, у них кровь течет. Он такой, нет. Хорошо, давай мы тебя уколем. Ну, укололи, у него потекла кровь. Он такой смотрит, говорит, ну, значит, у мертвых течет кровь. Ну, как бы... То есть они интерпретируют все факты в пользу некоторого своего заблуждения. Одного такого пациента засунули в томограф и сравнили с здоровыми контролями, чтобы проверить, ну, есть ли какая-то область мозга, в которой отличается ее активность. И вот здесь вот синеньким показаны области мозга, в которых активность снижена у этого пациента по сравнению с контролем. Вот это его активность, а это вот нормальных людей. То есть эта штука возникает при серьезном недостатке активности самых разных областей мозга. В частности, вот в префронтальной области считается, что активность этой области мозга важна для адекватного возникновения ощущения того, что мы в сознании находимся вообще. Вот. И может быть, из-за этого возникает что-то похожее. Ну, понятно, что до конца мы этого не знаем. Интересно, что синдром Катара иногда возникает не из-за того, что там в мозге что-то страшное поломалось, а есть лекарства, которые могут вызвать что-то похожее. Ну, не у всех. Было несколько случаев описанных пациенток, у которых были неисправны почки, и поэтому они плохо выводили лекарства. Их лечили противовирусным препаратом, достаточно популярным, ацикловир. Вот. Не бойтесь принимать ацикловир, не страшно, это если, только если у вас почки не работают. Вот у них были неработающие почки, поэтому препарат не выводился, и у них возникло ощущение, что они мертвы. Потом сделали диализ, и они перестали думать, что они мертвы. То есть бывает, что эта штука вполне себе обратима, и на самом деле, вот в отличие от синдрома Капгра, эта штука иногда проходит. То есть это не всегда на всю жизнь. Бывают ли случаи вообще воскрешения из мертвых? Тоже вопрос интересный, хотя это больше к антропологии сейчас история, чем к нейробиологии. Вот здесь слева изображен гаитянский уголовный кодекс. У них записано следующее, что если человека ввели в летаргический сон с помощью какого-то вещества, а после этого его похоронили, но он потом воскрес, то все равно считается совершено убийство. Почему они это ввели в уголовный кодекс? Потому что у них есть поверье, что есть колдуны, их называют бокры, которые могут якобы человека
как бы временно убить, а после этого воскресить и сделать своими рабами, и заставить их работать на плантациях. И, в общем, таких людей называют зомби. И насколько это правда, и насколько вообще, что за этим может скрываться? Вот этот вопрос пытался исследовать вот этот человек, его зовут Уэйд Дэвис, он антрополог, и он, значит, нашел таких букеров, которые утверждают, что они это могут сделать. У них есть какое-то специальное зелье, он этих, собрал рецепты этих зелий, посмотрел, что туда входит, всякие человеческие останки туда входят, всякие ядовитые лягушки, но что он обратил внимание, самое интересное, туда входят некоторые рыбы, которые родственны рыбе фугу, которая богата тетродотоксином. Это вещество, которое вызывает паралич мускулатуры и чаще всего приводит к смерти человека в результате того, что просто останавливается дыхание, и человек умирает. Но в некоторых случаях, и есть примеры, когда люди просто выживали после некоторого отравления тетродотоксинами, если оно не слишком сильное, но при этом некоторое время они лежат как бы парализованные и не двигаются, их можно перепутать с трупом, если человек не является квалифицированным врачом, потому что, ну, врач поймет, что это все-таки не труп. Но местные жители, они очень боятся трупов, и поэтому спешат как можно быстрее всех похоронить. И поэтому у него возникла такая идея, что если это люди, отравленные тетродотоксином, которых перепутали с мертвыми, их захоронили, а потом ночью эти букеры вскрывают эти гробницы, и в большинстве случаев они находят труп, тогда, ну, sorry. А в некоторых случаях они этого человека могут оттуда забрать, а поскольку он как бы его уже похоронили, то никто искать его не будет, и поэтому это хороший способ скрыть, скажем так, факт похищения человека. И вот он построил, собственно, такую идею, что вот потом этих людей избивают, потом их накачивают, это сами букеры описывают, что они дают этим людям дурман, это такое вещество психоактивное, которое приводит к страшным трипам, которые лучше никому не повторять. Сам я не пробовал, но в интернете пишут страшные истории про то, что бывает с теми, кто попробует дурман. И вот эти люди думают после того, что они мертвы, что они пережили какую-то страшную смерть, и вот, собственно, это и есть, может быть, типа истории про зомби. Насколько вообще реально такие случаи есть? Вот здесь возникает проблема. Пытались эту штуку исследовать, потому что Дэвис никогда не видел этих зомби, он только видел этих бокеров. И он это все как бы с их слов сконструировал такую легенду. Вот в журнале The Lancet, это известный медицинский журнал, пытались авторы статьи провести расследование, нашли три истории про зомби. То есть жители деревень на Гаити утверждали, что человек является воскрешенным из мертвых родственником. И в двух случаях они провели анализ ДНК, и оказалось, что якобы воскрешенный человек нифига не родственник. То есть просто перепутали, кого-то выдали за кого-то погребенного, но на самом деле это просто другой человек. Поэтому самое простое объяснение любой истории про то, что кто-то якобы воскрес, это то, что кто-то просто перепутал. А в одном случае, и это самая близкая история к тому, что кто-то когда-то воскрес, воскрес от летаргического сна, возможно, это третий кейс, который описан в журнале The Lancet, женщина, про которую все там, ее родственники, жена, в смысле муж, родители, дети, члены деревни утверждают, что это та самая женщина, которая погибла. Ну, у них на глазах, якобы. Ну, понятно, что они не знают, что она погибла, но они видели ее там лежащей, бездыханной. Вскрыли ее гробницу, и гробница оказалась пустой. Из этого это был дополнительный аргумент к тому, что, возможно, в данном случае действительно случилось вот то, что описывал Дэвис. Но вот эта история сама по себе не очень, как бы, скажем так, стопроцентная, мягко говоря. Может быть, тут тоже есть альтернативные объяснения. Но вот это самое близкое к истории воскрешения из мертвых, что у нас есть, задокументировано в истории. И у этого есть некоторое, опять же, рациональное объяснение, что могло произойти. Может быть, действительно, Дэвис в этом случае оказался прав. Может быть, есть другое объяснение. Еще одна история про паранормальное — это синдром инопланетной руки. Ну, я ее назвал инопланетной, на самом деле она называется синдром чужой руки, по-английски alien hand, alien, ну, чужой, фильм «Чужие», если вы смотрели, да, но они же инопланетяне. Человек ощущает, чаще всего это рука, что рука не подчиняется воле, что она живет своей жизнью. Человек расстегивает одной рукой пуговицы, а другая рука их расстегивает. Человек тянется к стакану с водой, другая рука перехватывает и выкидывает стакан. Человек просыпается ночью от того, что его рука парит в воздухе. Бывали случаи, когда рука нападала на человека, и люди боялись уснуть, потому что думали, что рука на них нападет и их задушит. Вот есть много разных проявлений этого синдрома, и есть разные причины его появления. Как правило, это повреждение мозга, либо в префронтальной области, либо в теменной области, либо мозолистого тела. Это
пучок волокон, который соединяет левое и правое полушария. И это приводит к некоторым разным вариантам этого синдрома. Вот самый смешной вариант, который я нашел в интернете, статья называлась «Непроизвольная мастурбация как проявление синдрома инопланетной руки, вызванного инсультом». И мне очень нравится академический стиль описания этого. Эта цитата из краткого содержания: «Имеет смысл рассматривать диагноз синдрома инопланетной руки при приеме больных, заявляющих о чувстве чужеродности одной или обеих верхних конечностей, сопутствующими сложными непроизвольными движениями». Теперь вы знаете научный термин для мастурбации. Там была повреждена, если не ошибаюсь, префронтальная кора у этого пациента. Вот, и он так странно себя вел. И у меня есть еще видеодемонстрация, правда, это художественное произведение, это фильм. В этом бы не было необходимости, мистер президент. Это можно сделать с помощью компьютера, который произведет отбор на основании здоровья, способности к воспроизведению, интеллекта и необходимых навыков. Конечно, будет целесообразно включить в состав наше правительство и генералитет для воспитания и передачи молодежи необходимых принципов и традиций. Естественно, они воплотились удивительно быстро. Это из фильма Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджов», или «Как я полюбил ядерную бомбу». Вот, ну, тоже страдал от этой... Рука его не слушалась, вот. Чтобы примерно представили, о чем идет речь. И вот что происходит. Ну, вот одного такого пациента, у которого был такой промежуточный вариант этой патологии, то есть он, в принципе, мог управлять своей этой рукой, но иногда, когда он про нее забывал, он начинал жить своей жизнью. Его засунули в томограф и сравнивали активность его мозга, когда он сам управляет своей рукой, как бы ощущая, что он ей управляет, когда она как бы живет своей жизнью, и случаем, когда она просто стоит на месте. И оказалось, что в любом случае, когда рука движется, активируется моторная кора, то есть та, которая, собственно, посылает сигналы, что вот нужно двигать конечности. То есть это не управление из космоса, как полагают некоторые, это не вселился бес, да, это просто моторная кора посылает сигналы руке. Но у человека, который имеет, когда он управляет своей рукой, когда он осознает, что он ее управляет, и не пугается ее движением, то активируется много других областей мозга, которые тоже вовлечены в контроль этой рукой. Как раз вот и в теменной области есть, и в премоторной коре есть область, которая тоже активируется. То есть, грубо говоря, если движение руки согласовано с другими областями мозга, то тогда человек осознает, что он ей управляет. Если оно не согласовано, а просто моторная кора решила, опа, ну-ка сдвину-ка я руку, вот тогда возникает ощущение, что я этой рукой не управляю. Хотя в обоих случаях мозг управляет этой рукой. И эта история, в общем-то, на самом деле немножечко про ощущение того, что мы называем свободой воли, что вот если мозг предсказывает, что будет некоторые последствия, некоторые движения заранее, до того, как это движение осуществлено, то это воспринимается как осознанное движение. Если этого не происходит, если не запланированная штука, то тогда возникает ощущение, что нет, я здесь как бы ни при чем. Еще один пример этой чужой руки я сейчас покажу на примере человека, который пережил операцию по перерезанию мозолистого тела. Нейробиолог Роджер Сперри получил Нобелевскую премию за опыты на таких пациентах. Им перерезали мозолистое тело, потому что не было хорошего подхода для лечения эпилепсии, а были очень тяжело больные люди, которые нуждались в помощи. Они могли умереть из-за эпилептических припадков, которые могли перескочить с одного полушария на другое, и таких пациентов пытались лечить вот перерезанием мозолистого тела. И Сперри обнаружил, что, с одной стороны, казалось бы, они даже не замечают, что-то произошло с ними, но, с другой стороны, в некоторых экспериментах можно показать, что как будто бы, сейчас я скажу в кавычках, как будто бы вот разделенные эти полушария, каждый обладает своей, в кавычках, личностью, своим опытом, своим контролем над частью тела. В частности, правое полушарие, по-видимому, управляет левой рукой, левое – правой рукой. И это можно увидеть в некотором таком видеоряду. Вот здесь есть пациент, такой как раз с перерезанным мозолистым телом, и он должен собрать из кубиков картинку, которая у него здесь вот на блокнотике. И вот здесь он где-то делает левой рукой, и левая рука управляется правым полушарием. И вот у этого человека справа в правом полушарии все в порядке с пространственной ориентацией, и левая рука очень даже неплохо справляется с заданием. А вот теперь его просят сделать то же самое с помощью правой руки. А правая рука управляется левым полушарием, а у левого полушария с этим заданием проблемы. И он не может этого сделать. Правая рука. И обратите внимание, что при этом делает левая рука. Вот он сейчас на ней сидит.
он на ней сидит не просто так, а вот он прямо вот попой сел на нее, чтобы не случилось следующее. Вот. Она пытается помочь. Это достаточно забавно выглядит. И самое забавное, конечно, когда они пытаются сделать двумя руками, тоже обратите внимание, что происходит, как это выглядит. Вот они немножко не дружат. Отдай. Вот. И у Спери было много таких экспериментов, ну, с разными такими пациентами. В частности, например, оказалось, что если в левую руку дать одну фигурку, в правую руку дать другую фигурку на ощупь, которую можно потрогать, а потом эти фигурки засунуть в мешок с большим количеством фигурок, то на ощупь человек может найти левой рукой то, что он держал в левой руке, в правой руке то, что он держал в правой руке, но он не может найти левой рукой то, что он держал в правой руке. То есть оказывается, что и жизненный опыт, такая память левого и правого полушария в данном случае не объединяются, и они как бы, вот, я поэтому говорю, что две, в кавычках, разные личности. И это тоже, вот это очень интересно и немножко проливает свет на то, как вообще мозг может быть устроен, что мы думаем, что у нас там, мы там одно, один человек, а может, нас там много, просто все думают, что он там один. Я шучу. Вот. А может быть и нет. А может быть и нет. Я не знаю. Это просто спекуляция. Вот. Ну, это не есть твердо установленная научная истина. Вот. Но следующая история, к сожалению, я не могу рассказать подробно, потому что у нас есть определенные законы в стране. Но я скажу так, что есть куча исследований про то, что некоторые такие заболевания, как эпилепсия, как параноидальная шизофрения, могут объяснять некоторые явления, которые легли в основу важных традиционных явлений нашей культуры. И в частности, они могут приводить к разного рода голосам, галлюцинациям, и это тоже может объяснять некоторый мистический опыт, описанный в некоторых уважаемых древних текстах. Вот. И но я подробнее расскажу про другую мистическую штуку. Это история про околосмертный опыт. Многие люди, опять же, к сожалению, не видно всего слайда, там была статистика про то, что там бывает, но я примерно ее помню. Значит, некоторые люди утверждают, что во время клинической смерти, то есть остановки сердца, они пережили странные, необъяснимые вещи. Они выходили из собственного тела, ощущали собственную смерть, видели свет в конце туннеля, общались с мертвыми или даже испытывали некоторые приятные ощущения, что вот они оказались как бы по ту сторону, и это даже приятно и хорошо. И вот такого рода явление тоже имеет некоторое под собой обоснование. Ну, кто-то говорит, что доказательство, что существует жизнь после смерти, но на самом деле у всего этого есть некоторое нейробиологическое объяснение. Но сначала я говорю, что на самом деле примерно половина случаев такого околосмертного опыта возникает у людей, жизни которых ничто не угрожает. Это может быть рутинная операция, это может быть наркоз, это может быть перегрузка у летчиков в центрифуге, когда они тренируются переживать большие ускорения. Это может быть краткосрочная потеря сознания из-за того, что, например, там, у диабетика случился неправильная концентрация сахара в крови и еще что-то в этом роде. Но в половину случаев действительно люди, которые были на волосок от смерти. И начнем мы с истории про выход из собственного тела. Началась история про то, как стали понимать, что там, собственно, происходит, с одного пациента. Он был эпилептиком, и пытались понять, где у него очаг эпилептического припадка. Очаг эпилепсии. Для этого человеку вскрывают, в сознании он находится, ему вскрывают кусочек черепа, засовывают туда электроды и в разные точки бьют током и спрашивают, как себя чувствуешь? И пытаются понять, вот если ударить током, куда нужно ударить током, чтобы, во-первых, возник эпилептический припадок, а во-вторых, куда нужно ударить током, чтобы человек стал плохо, а это место лучше не трогать. И дальше, если находят очаг, то его можно вырезать хирургически. И это является таким случаем лечения очень тяжелых форм тоже эпилепсии, которые медикаментозно не лечатся. И была статья в Nature про то, что вот был такой пациент, его ударили вот сюда током в области височной доли, височной коры, и он сказал, опа, я вышел из тела. И можно было убедиться, что есть конкретное место, куда нужно бить, вот сюда, если ударить, этого не будет, вот сюда ударить, это будет. Человек говорит, что он выходит из своего тела, и описывал это как то, что он как бы
видит себя со стороны, ему кажется, что он где-то там парит в воздухе, но при этом он видит себя только вот, вот так же, как вы видели бы себя, если бы смотрели вниз на свои ноги. Головы своей он не видит. И дальше проводили повторные проверки на других пациентах, и оказалось, что это, в общем-то, достаточно универсальное место у разных людей. Это вот все где-то здесь, в височной коре. И эту штуку можно сравнить с таким местом, интегрирующим разные сигналы от разных органов чувств. Представьте себе, что у вас есть камера, ну, есть телефон, в телефоне есть камера, и есть GPS. И так случилось, что ваш GPS накрылся. И вот вы снимаете Красную площадь, а GPS вам говорит, что вы в Египте. И понятно, что компьютер в этот момент, ну, как бы должен как бы прийти к выводу, что, ну, здесь какой-то сбой. Но мозг, он, у него нету там синего экрана смерти, который говорит fatal error, короче, все не так. Мозг пытается все объединить в некоторую непротиворечивую единую картину мира. Как он это интерпретирует? Ну как? Ну, очевидно, что Красная площадь теперь в Египте. И вот то же самое возникает здесь. Как бы человек, у него сбивается его GPS, GPS говорит, что ты вот тут, глаза говорят, ты вот здесь. И он говорит, ну значит, я оттуда смотрю на себя вот здесь. Возникает такой вот странный эффект. Но он воспроизводим в плане того, что можно ударить током и это сделать. Со светом в конце туннеля все еще проще. Как раз летчики, которых вот тренируют в этих самых центрифугах, часто с этим сталкиваются. Кровь отходит от головы. Гипоксия. И гипоксия приводит к нарушениям зрения. И при этом периферийное зрение выключается раньше, чем центральное. В этом возникает эффект туннельного зрения. Светлый, немножко света, а вокруг темнота, потому что периферийное зрение отключилось. Оно более подвержено этой самой гипоксии. История с призраками, ну, при шизофрении, при болезни Альцгеймера, при болезни Паркинсона люди часто общаются с духами. Вот этот эффект, когда били в височную кору током, если немножко в другое место ударить рядышком, то можно создать у человека ощущение, что, он, что кто-то находится у него за спиной. И это тоже может быть проинтерпретировано как присутствие каких-то духов. И понятно, что во время клинической смерти у человека из-за того, что, опять же, кислорода не хватает клеткам мозга, они начинают работать неправильно, активность нарушается, иногда обратимо, иногда необратимо, и это может творить самым разным галлюцинациям. Ну и история про эйфорию тоже интересна, потому что вообще, ну, эйфория это в каком смысле там, такое обезболивание. Человек чувствует себя приятно. А вот у нас чувство боли, оно существует не просто так. У него есть эволюционное назначение. Если вы повредили ногу, то лучше вам поплакать, полежать, пускай немножко заживет. Кость растется, там, я не знаю. Вот на это ориентирована боль. Она нас защищает от дальнейших повреждений конечностей и других частей тела. Но представьте себе, что вы повредили ножку, а на вас тигр нападает. И это страшно, и вам нужно бежать или драться. И в этом случае боль будет только помехой, и она помешает вам выжить. И поэтому в условиях страха у людей могут выбрасываться эндорфины, которые являются эндогенными опиоидами, и они вызывают чувство эйфории. Смерть является страшной, неудивительно, что это вызывает некоторую такую похожую реакцию. И интересно, что собственно, похожий механизм, по-видимому, объясняет, почему людям нравятся экстремальные виды спорта. Что когда вы подвергаете свою жизнь опасности, вы испытываете некоторый кайф, потому что ну, опасности вызывают в некотором смысле кайф. Некоторые обезболивания. Ну и надо понимать также, что околосмертный опыт такой часто возникает под наркозом, и наркоз тоже может вызывать в некоторых случаях кайф. Обезболивание, по крайней мере. Вот. Ну вот я рассказываю всякие страшные ужасы, и на самом деле под завершение этой лекции хочется немножко добавить позитива. Еще у меня есть минут 5? Отлично. Вот. И я расскажу историю про то, как смех может побеждать чудовищ. Но сначала тоже немножко еще и мрачного. Значит, есть поверье про то, что существуют ведьмы, колдуны. Ведьмами обычно считают женщин. Это пошло из средневековой демонологии, что женщины могут вступить в сговор с дьяволом, и после этого они обретают способностью проклинать людей, и с ними, с проклятыми людьми потом происходят всякие страшные вещи. Так объясняли многие болезни, что вот это кого-то ведьма прокляла. Подобные же истории есть у аборигенов, например, в Новой Зеландии или в Австралии. И, например, был такой известный антрополог Вальтер Кеннон, который изучал магию у всяких аборигенов. И он наблюдал и описывал случаи, когда люди, на которых колдун, шаман, направлял кость и таким образом называл проклятие, они умирали. Например, от того, что они переставали есть, или, например, от того, что у них случался сердечный приступ. Собственно, Вальтер Кеннон впервые предложил, что, в принципе,
в теории проклятия могли бы работать, но не через магию, а вот через такие физиологические реакции, через страх. Человек испугался, думает, что он умрет, перестает есть. У него, если у него больное сердце, сердце перестает работать. А в современной практике оказалось, что действительно бывают и в медицинской литературе описаны случаи, когда пациенты, которым ставят смертельный диагноз, типа рак, они умирают не от рака, а от того, что у них случается сердечный приступ. Или, например, в криминальной практике бывают, есть такой термин, например, в Америке, в юридической практике, убийство через сердечный приступ, homicide through heart attack, если не ошибаюсь. Представь себе, там хозяйка звонит в полицию и говорит, ко мне вломились грабители, полиция приезжает, хозяйка мертва, но следов насильственной смерти нет, а есть вскрытие показывает сердечный приступ. И тогда понятно, что грабители как бы ее не хотели убить, но тем не менее они привели к ее смерти, и это тоже отдельным способом рассматривается. Вот, собственно, эта идея, что если вы чего-то боитесь, то тот, кого вы боитесь, получается, обладает от вами некоторой властью, может с вами что-то плохое сделать, пока не может вас запугать и жизнь вам испортить. И поэтому нужно с этим что-то делать. А есть даже научные исследования про то, как страх может манипулировать людьми. Людей разбили на две группы случайным образом. Половине показывали фильм про то, что Wi-Fi это очень опасно, беспроводное излучение. Другим показывали фильм про то, что Wi-Fi это не опасно. И потом и тем, и другим сказали, а сейчас мы включим Wi-Fi. Но на самом деле его не включали. Оказалось, что вот люди из первой группы намного чаще описывали, что им плохо. Субъективное плохое самочувствие, и некоторые даже просили эксперимент прекратить, говорили, что опа, мое сердце болит плохо, остановите, выключите ваш Wi-Fi, чертов демоны. Вот. И это вот история про страх. Но если вы этого не боитесь, то, в общем-то, вам от этого плохо-то и быть не должно, потому что магии как бы никто не видел, никто не доказал, что оно существует. И вот сейчас я покажу пример того, как такое внушение, вера в магию может приводить к смешным историям. А можем сделать звук потише, потому что очень громко. Сейчас, дайте стучку. Я справлюсь. Я думаю, да. Это называется контактный бой православным крестом. Вот так дедушки примерно воевали. Представляете? А так с разбега проломить по одному, давайте так. Вот так с края набегаем, поехали. Так, а что мы поняли? Теперь кто вы? Ух ты! Я утверждаю, что со скептиком такое никогда не сработает. Эти люди либо их били этим крестом раньше, если они так себя не вели, или они актеры, или они, ну, в общем, так иначе, скорее всего, они искренне в это верят. И именно поэтому с ними такое можно сделать. И почему? У меня нету видео вот с этим мужиком, я не знаю, может, это единственный настоящий, но вот есть видео с другим мастером контактного боя. Вот этот человек, он сейчас покажет свой мастер-класс. Вот он умеет раскидывать всяких разных своих учеников с помощью бесконтактного боевого искусства. И он решил вызвать на поединок реального бойца, смешанных единоборств, настоящего, который дерется руками и ногами, и поставил $5000, сколько он победит. И вот мы сейчас посмотрим из-за такого эксперимента. Пока что вот он просто со своими учениками дерется. Вот, а это вот настоящий боец принимает этот вызов. Они подписывают контракт, то победитель получит $5000. Thank you.
Это тоже история про опасность заблуждений. И еще один пример. Вот сейчас я покажу человека, который он считает себя тантрическим святым. Это он, в общем, в Индии. Его показывали по центральному телевидению, и он сказал, что он может любого человека убить. Но его предложили в прямом эфире лишить сознания скептика, который не верит в то, что он целитель. И маг, и вот это так выглядит. В оригинале где-то полчаса длится, но я не буду все полчаса вам показывать, я сократил немножко. Тут самые интересные моменты. Он уже разделся. А что он хочет достигнуть? Чтобы тот потерял сознание. В общем, это полчаса длилось, ничего не случилось, и в итоге в конце святой сказал, что, видимо, этого человека защитили его боги, на что этот скептик ответил, что вообще-то я атеист. И в произведении Джоан Роулинга «Гарри Поттер» там был такой монстр, назывался Богарт, он принимал вид вашего самого большого страха. И мальчик Невил Лонгботтом, он больше всего боялся профессора зельеварения Северуса Снейпа, и поэтому Богарт принял образ этого профессора. А чтобы победить Богарта, нужно было представить его, вообразить в каком-то нелепом обличии и сказать заклинание «ridiculous», то есть типа, невероятно, бред, короче. И Невил представил Снейпа в одежде своей бабушки, и таким образом Богарт был побежден. Поэтому, вот мне кажется, это очень правильная идея, смех побеждает чудовищ. Я надеюсь, что я вас рассмешил. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Саша. Пока вы думаете про вопросы, потому что Саша будет разыгрывать свою книгу с автографом за лучший вопрос. Несколько объявлений. Первое, то, что вам раздавали на входе наклеечки, кто пришел только на лекцию Саши и в наш музей. Эти наклеечки дают вам право на 10% скидку в ресторане «Симпозиум». Вот. Второе, я бы хотела поблагодарить всю команду, которая сегодня работала, потому что, ребята, вы молодцы, без вас мы бы не справились. И у нашей Саши, мастера слова, сегодня день рождения, так случилось. Поэтому можно ли вас попросить поздравить ее с днем рождения? Все тексты, которые вы читаете, редактирует она. Ну, ладно, да, не все. Но она тот человек, который создает слово. Вот. Насчет вопроса. Еще одно объявление. Музей мозга будет работать на протяжении нескольких месяцев. Каждый месяц мы будем устраивать интересные события. И следующий лектор будет 17 сентября, Вячеслав Дубынин. Мы выписали вам. Да, самого популярного лектора постнауки. Поэтому следите за нашими анонсами. Сегодня появится уже регистрация на сайте. Вот, поэтому переходим к вопросам. Есть ли вопросы? Да, да, здравствуйте. Скажем так, свое более детское глупое время интересовался раньше всякой эзотерикой. И вопрос такой, основной, первый. Ну, мы все знаем там про всякие медитации, прокачки чакр, прочее. И если доказан какой-то эффект положительный на улучшение когнитивных способностей, как память, внимание, концентрация, или есть, и стоит ли вообще этим заниматься, или есть что-то более эффективное, чем сидеть читать мантры. И вторая, более даже такая интересная для меня часть. Вот насколько, например, лежа на кровати и следуя всяким техникам, мы можем изменить состояние тела в плане температуры, потому что есть всякие тоже там пишутся веселые практики внутреннего огня, прочее, или снять мышечные спазмы усилием. Вот если что-нибудь такое доказано и насколько это вообще возможно? Второй вопрос мне ответить сложно, потому что я эту тему никогда не интересовался.
А по поводу первого вопроса про медитацию, я эту тему интересовался и прокомментировать могу. Проблема заключается в том, что медитацию очень сложно изучать, потому что человек вот что-то делает, он знает, что он делает, нельзя поставить слепой эксперимент, он знает, медитирует он или нет. И часто в исследованиях медитации используют субъективные разные оценки того, что случилось, что изменилось. И здесь есть некоторая проблема, которую я просто проиллюстрирую одной очень замечательной статьей. Она будет не про медитацию, она про астму. Но из нее будет вывод, связанный с той про медитацию. Статья заключалась в следующем. Взяли людей и их рандомизировали. То есть каждый из них в случайном порядке поменял 4 методики против астмы. Они все были астматики. Методики были следующие. Был ингалятор с лекарством, который имеет клиническую эффективность. Был плацебо-ингалятор. Была фальшивая акупунктура, то есть имитация акупунктуры, но с нарушениями, скажем так. И отсутствие вмешательства, то есть просто ничего не делали. Вот 4 таких методики. И дальше было 2 способа оценки эффективности. Первое – это пациентов спросили, что вам помогло. И нужно было оценить субъективно, что вам кажется, вот вашей астмой помогло. Астма при этом – это же реальная как бы штука. И оказалось, что если мы рисуем график эффективности, вот что, по мнению пациентов, помогло, то и фальшивая акупунктура, и фальцебо-ингалятор, и обычный ингалятор – все эффективно по сравнению с отсутствием вмешательства, причем эффективно одинаково. Но если мы теперь применим объективный тест в виде оценки пропускной способности легких, там есть способ реально оценить, насколько помогло, дыхание улучшилось или нет, то ингалятор с лекарством помогает, все остальное одинаково неэффективно. И это вот история про то, почему очень сложно поставить хороший эксперимент, в том числе там, с медитацией, потому что нужно иметь, во-первых, какую-то хорошую объективную оценку того, помогает это или нет. И при этом важно, чтобы еще и как бы, пациент не мог повлиять на результат эксперимента тем, что, ну, допустим, я верю в медитацию, я хочу, чтобы эксперимент получился, и поэтому я буду стараться в тесте. А вот в контрольной группе мне ничего не делали, например, не было вмешательства, поэтому я думаю, что, наверное, я ничего не делал, я, наверное, вообще отупел, и поэтому мне ничего не получится. То есть это большая проблема, и есть несколько метаанализов на тему эффективности медитации. Вот оказывается, что там, где в качестве мер оценок используется что-то такое субъективное, то там, да, замечательно, эффективно, а там, где сравнивают с другими потенциально эффективными терапиями, то есть что-то, что тоже могло бы показаться, что должно сработать. Ну, например, там, упражнения физические. Там, человек там, делал какую-то правильную зарядку, допустим. Или что-то в этом роде. Там уже особой разницы в медитации не наблюдается. Ну, понятно, что исследований, на самом деле, очень много, и аспектов к этому очень много. Но в целом, мне кажется, что тут очень большой хайп сейчас, особенно в том числе, кстати, и в научном сообществе очень большой хайп. Есть много статей про медитацию в научных журналах, но есть и статьи скептиков по отношению к этому, и мне вот скептиков здесь больше нравится. Тоже субъективно. Ну, вот я вам привел пример, аргумент скептика. Вы можете сами оценить, насколько вам нравится такой аргумент. Я не настаиваю. Спасибо. Александр, здравствуйте. Спасибо вам большое за вашу научно-просветительскую деятельность и за борьбу с мракобесием. У меня было 2 момента. Первый – это есть ли какие-то разработки, которые сейчас ведутся, которые каким-то образом могут стимулировать наше критическое и логическое мышление. Я могу представить для себя, например, что-то, что мы даем человеку, когда он взрослеет, что стимулирует развитие лобных долей, например. Или, например, какие-нибудь приспособления, которые критическими импульсами воздействуют на наш мозг, и после принятия вот этой процедуры мы становимся более логическими и не верим во всякую ерунду. Это первый момент. А второй момент, он на самом деле очень-очень важен, не только для меня, но и для всей страны, мне кажется, это насколько возможен сейчас все-таки диалог между научным сообществом и властью, потому что вопрос ГМО сейчас это большая проблема, потому что, насколько я понимаю, у нас запрещены внедрения и в пищевую промышленность, и вообще, ну, любое внедрение в массы ГМО технологий. И я понимаю, что сейчас можно только заниматься этим в научных лабораториях. Есть ли какие-то лазейки, и есть ли вообще шанс какой-то, что все-таки все поменяется в лучшую сторону? Спасибо. Мне неизвестно каких-либо эффективных способов, доказанно эффективных способов улучшения критического мышления. И более того, самое печальное, что мы даже не знаем, насколько в этом смысле помогает
в том числе и просветительская деятельность. То есть какие-то отдельные мифы побороть с такими антимемами, там, разоблачениями можно, но возникает вопрос, ну, насколько после этого люди начинают задумываться. То есть есть ощущение, да, кажется, что это работает, и есть анекдотические примеры. Вот я знаю, что вот там знакомая дала прочитать книжку бабушке, бабушка больше не боится ГМО. Но гомеопаты тоже скажут, что вот кто-то бабушка приняла гомеопатию, ей стало лучше. Может быть, она бы и так поправилась. И может быть, эта бабушка тоже бы и без книжки справилась бы, и если бы услышала, ну, какой-то более простой, допустим, аргумент. Причем это очень сложно оценивать вообще, что эффективно, что нет. На тему выработки критического мышления есть, ну, на тему критического мышления есть хорошая книжка Даниэла Канемана, Нобелевского лауреата «Думай медленно, решай быстро», где у него есть такая идея, и она в некоторой степени подкреплена экспериментами, что вот у людей есть два, как бы, условно два способа мышления, он их называет система 1 и система 2. Система 1 – это то, что автоматическая такая реакция, автоматический способ обработки информации, вы кого-то увидели знакомого, автоматически распознали, кто это, и там этот человек вам нравится или не нравится, или там говорите 2 равно 4, это происходит автоматически, вы не задумываетесь. Это система 1. Система 2 – это когда вы внимание свое привлекаете, когда вы при этом задумываясь о том, правильно ли вы думаете, задумываясь о том, каким умозаключением вы приходите, как вы к ним приходите. И вот есть исследования, показывающие, что, например, склонность верить во всякие там паранормальные вещи, нематериальные сущности и прочее, оно сильно отрицательно скоррелировано со склонностью людей прибегать к аналитическому мышлению в некоторых типовых задачках. То есть есть задачки, в которых есть автоматический ответ неправильный и правильный ответ, над которым нужно подумать. И вот если люди склонны подумать над ответом, а не принять автоматическое интуитивное решение, которое автоматически всплывает в голове. Типа про стоимость мячика, да? Типа про стоимость мячика, да. Вот бейсбольная бита и мяч в сумме стоят $10. Бита стоит на доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч? И вот хочется сказать 10 центов, но 10 центов это неправильный ответ, потому что правильный 5 центов, он не интуитивный. 5 центов плюс доллар 5 центов дает $10, разница доллар, сумма $10. Если взять 10 центов, то будет $20 в сумме, если выполнять условие, что разница с бейсбольной битой доллар. Ну вот это пример такой задачки, на проверку на то, насколько человек склонен доверять своей интуиции, не подвергать ее как бы критическому переосмыслению. И вот известно, что эта способность важна и защищает людей от многих заблуждений, потому что чрезмерное доверие интуиции, некритичное отношение к ней порождает самые разные мифы. Но, с другой стороны, я не нашел убедительного ответа на вопрос, а как же сделать так, чтобы люди чаще прибегали к этому аналитическому мышлению. Интуитивно кажется, может быть неправильно, но интуитивно кажется, что если просто людям рассказать про то, насколько это важно, задумываться, и что интуиция может вас обманывать, то, может быть, это повысит долю людей, которые задумываются о том, вот я, мне кажется, что астрология работает, мне кажется, что гомеопатия помогает, мне кажется, ну, может быть, моя интуиция меня подводит. И вот, может быть, сам факт этого сомнения заставит человека подумать, и это уже должно, по идее, увеличить вероятность того, что он пересмотрит свои взгляды. Но приборов, таблеток там нет. Я не знаю таких приборов, таких таблеток. Логика, вот. А второй вопрос про взаимодействие с властью и политикой. Знаете, это очень сложно. Ну, закон действительно про ГМО, он принят, он запрещает выращивать, он в этом не запрещает разрабатывать и не запрещает есть, импортировать. И поэтому получается, что мы что-то разработали, потом технологию продали на Запад, потом импортировали готовую продукцию и съели. То есть можно импортировать и на рынок это все заводить? На рынке это есть. Ну, на рынке, ну, правда, не очень много. Ну, то есть, допустим, какая-нибудь картошка наверняка есть генно-модифицированная на рынке, и никто это не запрещает. То есть это, значит, странный закон, непонятно зачем принят, непонятно кем и что. Может быть, не знаю, производители инсектицидов не хотят, чтобы была картошка устойчивая к инсектицидам, потому что тогда не будут покупать инсектициды. Ну, я не знаю, это такая возможная гипотеза. Может быть, она не верна, может быть, она другая гипотеза. Тут сложно взаимодействовать с властью, потому что власть, в целом вообще население в таких вопросах часто имеет не очень правильную картину мира. Допустим, если вы спросите людей на тему там ГМО, считают ли люди опасными ГМО, ну, примерно 80% населения скажут, что считают, что это опасно. И сложно ожидать, что депутаты окажутся более продвинутыми, чем электорат. Но есть же советники какие-то от науки. Вот, ну,
опять же, есть советники, и в Министерстве образования и науки есть разумные люди, по крайней мере, были при Ливанове. Сейчас уже не знаю, у нас новый министр-теолог. Вот, ну неважно. Нет, я думаю, все равно есть разумные люди. Нет, конечно же, есть, я не сомневаюсь, но их не слушают. Вот, например, в Штатах интересно, что, в принципе, там, если сравним население и уровень образования населения, то они нас не превосходят. И, допустим, процент там, креационистов там, может быть, даже больше, чем в России. Но при этом там есть строгое разделение, строгая, скажем, определена роль научного сообщества в том, как отвечать на разные вопросы, и строгое разделение государства и, допустим, религии. И за счет этого, за счет того, что это прописано в Конституции, за счет того, что Конституция считается очень важной, ее нельзя нарушать, за счет этого умудряются делать то, что, в принципе, совсем какое-то такое мракобесие проходит редко на уровне государства. Там, ГМО там не запрещает, хотя вот там, допустим, потепление климата Трамп отрицает. Ну, вот, как бы не, система не идеальна, но работает. По вашему ощущению, все-таки будет улучшение этих взаимоотношений или мне кажется, что для того, чтобы власть начала прислушиваться к ученым, необходимо, чтобы была общественная поддержка тех идей, которые высказывают научные сообщества. Потому что, ну, что там какие-то ученые, ботаники в очках что-то там несут. Это одно. А другое дело, если действительно за этим стоит большой электорат, и, грубо говоря, депутат, который допустил какую-то антинаучную идею, рискует своей политической карьерой. Сейчас он, наоборот, получает, если депутат выйдет и скажет, я запретил ГМО, ему все скажут, что он молодец. Он только выиграл в глазах избирателей. Это плохая ситуация. И это не изменится, пока общество не будет более просвещенным. Мне так кажется, в России, по крайней мере. Потому что у нас не выстроилась такая система, что ученые имеют серьезное политическое влияние. Добрый день. А скажите, пожалуйста, вот там синдром, когда жену не называется? Синдром Капгра. Он обусловлен повреждением какой-то части мозга. А лунатизм, да, если человек уже в сознательном возрасте, это тоже обусловлено, как я поняла, какими-то нарушениями. А возвращаясь к теме паралича осознанного, это же происходит не каждый день, то есть это там один, два, может быть, три раза в жизни вообще все. Меня интересует, если это зависит от повреждения мозга, каким образом, и, возможно, проводились ли исследования какие-то, сложно именно исследовать человека, потому что не знаешь, когда наступит это состояние, когда не наступит. Вот есть ли реальное исследование, или это только предположение? Смотрите, во-первых, лунатизм чаще всего не связан с каким-то серьезным повреждением. Это просто, во-первых, часто возрастная штука, а во-вторых, даже у взрослых это часто возникает просто само по себе, это не обязательно указывает на какие-то проблемы. О проблеме обычно говорит ситуация, когда это возникает регулярно, и, например, вот тоже на стадии глубокого сна, как лунатизм, бывает. Вот у нас есть одно слово «кошмар» в русском языке, в английском есть два слова. Есть «nightmare», это то, про что я рассказывал. Вот там пришел демон на грудь, сел в душ, а бывает «night terror». Это обычно другой тип кошмара, который случается в глубоких снах, когда люди могут кричать во сне, при этом не помнить, что им что-то страшное снилось. И они пугают больше окружающих. Сами они потом вообще ничего не помнят. Вот это часто бывает связано с какими-то патологиями. Такое бывает, это изучают, этих людей изучают, у них это случается часто, и поэтому их можно засунуть, грубо говоря, в томограф, их можно подвергнуть каким-то разным современным исследованиям, понять, что с ними не так, и часто находят, что в таких случаях, если это повторяется много раз, за этим может скрываться серьезная проблема. Но, опять же, значит, может быть нарушение серьезное, тогда оно будет рекуррентным, повторяющимся, а может быть такое, что просто мозг заглючило. И поэтому, допустим, грубо говоря, если вот один раз в жизни случилось такое, что человек там приснился какой-то демон, он там был парализован, и сонный паралич, такое бывает примерно 30% населения или что-то типа того. И это не говорит о том, что мозг поврежден. Просто вот заглючило. Также, например, там, не знаю, бывает, например, вот у многих людей эффект дежавю. Кажется, что-то уже видел. Такое интересное ощущение. У него есть объяснение научное, что вот бывает так, что если конфигурация того, что человек видит, похожа на что-то человек видел раньше, но не совпадает,
то возникает ложное ощущение того, что я это помню, но, я не, но этого я не видел при этом. Такой конфликт выражается в виде эффекта дежавю. Но вот, например, бывает патология, когда человеку постоянно кажется, что у него дежавю. И это обычно возникает из-за проблем с гиппокампом, то есть с областью мозга, связанной с памятью. Вот как бы одиночные нарушения могут ни о чем не говорить, повторяющиеся нарушения могут говорить о серьезной патологии. У меня про синестезию вопрос. То есть очевидно, что синестеты по сравнению с остальными членами популяции имеют преимущество, так быстрее решают задачки и так далее. Не стоит ли это трактовать как некоторые ступеньку следующую, скажем, там, в эволюции головы? Вот. И второй вопрос, не пробовали ли этим людям давать карбамазепин, чтобы проверять потом? Потому что явно, что, ну, то есть можно дать таблетку, которая разобщает, да, грубо говоря, в соседней области, и вернутся ли они после этого Ну, на самом деле это спорно, насколько это дает преимущество. Но вот преимущество, например, может дать другая штука. Вот просто приведу пример, я вернусь к синестезии сейчас. Есть такое явление, например, тетрахроматизм. Встречается иногда у женщин. Вот у нас в норме есть три типа колбочек в глазу, которые видят синий, зеленый и красный. Красный, на самом деле, бывает двух вариантов. И бывает так, что вот у женщины на одной X-хромосоме один ген красный, другой ген, они разные, и поэтому есть как бы два красных, и такой человек видит больше оттенков красных. И это влияет на то, что он может больше цветов распознавать. И это можно экспериментально проверить. Синестезия, то есть человек синестет, он, его рецепторы, он видит все то же самое, просто мозг немножко по-другому работает. У этого есть, как в некоторых случаях, там положительные стороны, он какие задачи делает лучше, это не значит, что он в целом другие задачи будет делать лучше, и что у этого нет никаких негативных сторон, просто, может быть, мы про них не знаем. Потому что если бы это было действительно эволюционно полезно, то было бы непонятно, почему это не сильно распространено в популяции, почему это редкий вариант, а не распространенный. В принципе, вот эффект, похожий на синестезию, вызывают некоторые препараты, например, ЛСД. Он тоже создает некоторое единство чувств. То есть человек, у него перемешиваются, я не пробовал. Но те, кто пробовали, описывают, что чувства от разных органов чувств могут перемешиваться. Человеку может казаться, что он там, вот, он садится на стул, но при этом он, этот факт того, что он садится на стул, ощущает цветами и слышит это, как он садится на стул. Я не, то есть тоже возникает чрезмерное соединение между разными сигналами. То есть, в принципе, у мозга как бы какая задача? Он пытается, с одной стороны, строить ассоциации между разными образами, чтобы было развито ассоциативное мышление. С другой стороны, ему также важно разделять, вот это сигнал звуковой, а это сигнал цветовой. Обе крайности плохи. Плохо, когда вы вообще не можете ничего ассоциировать, но плохо, когда у вас все смешалось в одну кашу, и вы уже не можете различить, вы это видите или это вы слышите, или это звук. Люди, которые страдают от такого, ну, то есть, типа, я не пойму, слышу я это или нет. Ну, например, когда речь идет о любой там, ну, это не синестезия, но когда возьмете любую патологию, когда у человека возникают какие-нибудь там галлюцинации, это в каком-то смысле нарушение того, что человек как-то неправильно анализирует входящую информацию. Вот. Поэтому скорее всего, то состояние, которое сейчас мы наблюдаем в популяции, оно способствует максимальному проценту рождения людей с хорошим балансом между нормальным ассоциативным мышлением и способностью вычленять сигналы разной модальности и отличать их друг от друга, потому что это тоже важно. Нужно уметь не путать цифры и цвета. Здравствуйте, огромное спасибо за лекцию. И вот как раз в тему экстрасенсов, мошенников, я вспомнила вот такую вот вещь. Нам с детства говорят, надо беречься цыган, потому что они, ну, цыганский гипноз, и просто деньги могут сами они отдавать, ну, люди, и потом в таком трансе находиться, и даже вот если их потрясти, они не сразу осознают, что вообще творит. Могут там ходить за деньгами и отдать им все золото. И вот просто можно ли не попасться на их удочку, и как вообще от них защититься? Я думаю, что в некоторой степени это тоже история, похожая на последнюю часть моей лекции, про то, что в это верить не нужно. Я поясню. У людей есть вот это ощущение свободы воли, ощущение того, что мы управляем своими, отвечаем за свои поступки. Есть способы понизить это ощущение, порог этого ощущения. Был замечательный эксперимент, которым использовали
машину для чтения мыслей и машину для внушения мыслей. Это был сломанный томограф. Он не работал. Но одним людям объясняли, что это прибор, который внушает мысли, а другим объясняли, что это прибор, который читает мысли. И делали с ним следующее, с этим сломанным томографом. Сажают до человека, есть фокусник, который притворяется ученым, и он является оператором этого устройства. И он с помощью фокуса создает иллюзию того, что прибор прочитал мысль, или то, что прибор внушил мысль. Ну, например, в случае с чтением мысли человек должен там, подумать, допустим, о геометрической фигуре, потом он называет геометрическую фигуру, о которой он подумал, это сейчас чтение мысли идет, да, а потом фокусник извлекает откуда-то бумажку, на которой как бы предсказание прибора, точнее показание прибора, которое совпадает с ответом этого человека. И человек видит, что как бы прибор угадал, а совпал с его ответом. А в другом случае, в случае с внушением мысли, то есть прибор как бы дает предсказание, предсказание кладется как бы в конвертик, человек называет геометрическую фигуру, а потом конвертик открывается, и там то, что человек назвал. И как бы получается, что прибор внушил человеку, что он должен назвать там треугольник или квадрат. А потом людей просили оценить, насколько они испытывали ощущение свободы в выборе той или иной, допустим, геометрической фигуры. Я точно не помню, была ли там геометрическая фигура, но что-то там люди выбирали. И оказалось, что вот прибор, который внушает мысли, подавляет ощущение свободы воли. В то время как прибор, читающий мысли, он этого не делает. И вот история там и про инопланетную руку, и чужую руку говорит про то, что у нас может путаться то, что мы воспринимаем, то, что мы делаем сами, и то, что мы сами не делаем. И вот эта история про то, что может снижаться ощущение свободы воли в некоторых условиях, я думаю, что что-то похожее происходит и в случае с гипнозом, что человек убеждает в том, что вот сейчас он собой не управляет, из-за этого у него возникает ощущение, что он собой не управляет, и это приводит к искажению его поведения. Вот. Если человек считает, что гипноз на него не сработает, что не могут на него повлиять таким образом, то, скорее всего, это и приведет к тому, что на него это будет меньше влиять. Вот это моя гипотеза на этот счет. А так известно, что люди, например, которые внушаемые, они, например, очень часто страдают от склонности, от того, что они могут поверить в то, что называется... Ну, вот есть эти вот маятнички, знаете, которые люди берут маятничек, подводят, а там недавно было видео, там женщина лекарство проверяла на то, что оно хорошее или плохое. Если маятничек начинал крутиться, значит плохое, а если не крутится, то хорошее. Люди не осознают, что нет, маятничек вращает, потому что за этим скрывается такой эффект, который называется идиомоторные акты. Люди могут совершать движения, не осознавая, что они их совершают. Потому что не все, что мы делаем, проходит через сознание. Вот. Это тоже вот история про то, что очень сложно иногда распознавать, где граница между нашей волей и где нет, это где она нарушается. И отсюда вырастает куча, кстати, и паранормальных всяких штук, потому что есть там доска Уиджи, где люди там с духами общаются, духи им сообщают там какие-то слова, на самом деле они сами двигают этой штукой, и можно показать, что они сами ее двигают. Вращающиеся столы, где можно показать, что люди сами крутят эти столы, но при этом они думают, что это духи вращают столы, а они, наоборот, мешают столу вращаться своими руками. Вот такого рода эффекты. Вот это все из одной примерно области. Если человек думает, что он не отвечает за что-то, то это может приводить к поведению, которое убеждает его в том, что происходит что-то мистическое, странное, и что он оказался подвержен какому-то воздействию паранормальному, сверхъестественному или, например, воздействию магической силы цыганки. То есть для того, чтобы защититься от их влияния, нужно просто думать, что меня никто не может зацепить. Нужно. То есть я сам себе хозяин, сам себя контролирую. Ну, но при этом тоже нужно недооценивать. Не стоит недооценивать этих цыганок, потому что они могут и просто вас обворовать. Хорошо, давайте еще несколько вопросов. Просто у Саши еще спросите. Короткий вопрос, короткий ответ. Александр, мы вот сейчас прослушали про заблуждение, иллюзии, да, людей. А скажите, а во что вы верите? Верите ли вы в Бога и что для вас вообще душа? Аудитория нелояльная, чувствую. Ну хорошо. Смотрите, я считаю так, что если я готов поверить в то, что подтверждается какими-то аргументами.
более-менее убедительными. В случае с Богом я не видел никаких убедительных аргументов в пользу его существования, поэтому я в него не верю. Если мне покажут, как человеку после молитвы там ампутированная рука у него отрастает, если приведут какое-то свидетельство того, что это правда, что чудеса не объясняются, если необъяснимы с помощью простых вещей. Вот я рассказывал, как, например, там, воскрешение из мертвых можно объяснить с помощью ошибок свидетельских показаний. Вот, если бы был случай, когда это было бы исключено, то я бы, может быть, поверил во что-то такое. А так я сторонник того, что нужно вырабатывать такую картину мира, которая лучше всего соответствует имеющимся у нас фактам, и гипотеза Бога здесь не помогает ни в коей мере ничего предсказывать, не двигает вперед науку, и я не вижу в ней смысла. По поводу души, но я подозреваю следующее, что мы знаем, что повреждение определенных отделов мозга приводит к выключению некоторых функций этого мозга. Например, если повредить зрительную кору, то будут проблемы со зрением. Если повредить слуховую кору, то будут проблемы со слухом. Если повредить миндалевидное тело, то с эмоциями и еще много чего плохого случится. И, грубо говоря, если мы себе пытаемся помыслить какую-то условную душу, нужно понимать, что она не может не видеть, не слышать, не помнить, не знать, как ее зовут, не испытывать эмоций, ничего. То есть, по сути, там ничего и не остается. Поэтому и в такую концепцию, как душа, мне тоже поверить сложно. Я не понимаю, что под этим может подразумеваться, как это вообще может быть устроено. Мы знаем, что без мозга нету активности. Никакой. Следующий вопрос. У меня вопрос по поводу молодой человек неплохого меня на мысль, который первый вопрос задавал. Вот есть концепция нейролингвистического программирования, да, у которой тоже куча своих сторонников. Есть концепция медитации, да, как молодой человек сказал. И есть концепция эффекта плацебо, которая мы принимаем лекарства и думаем, что оно помогло, хотя на самом деле принимали сахарный шарик. Вот что-то общее же все равно должно быть у всех этих концепций. То есть наш мозг, думая, что это сработает, оказывает какое-то влияние на организм, грубо говоря, таким образом, что это срабатывает. Или нам только кажется, что это сработало, но на самом деле ничего не сработало, и мы можем болеть. Мозг – это нейронная сеть. И когда вы что-то видите, когда вы что-то слышите, когда вы чувствуете какой-то запах, это превращается в физическую активность нейронов, которые в этом мозге работают. Это становится материальной штукой в голове. Это нервные импульсы, которые бегут, и, естественно, эти нервные импульсы могут на много чего влиять. И как бы здесь нет какой-то магии или мистики. У людей так мозг устроен, что он уязвим к самым разным когнитивным ошибкам. Они бывают очень разные. У нас есть куча всяких эвристик, упрощений, которые помогают нам в некоторых случаях лучше понимать мир, но в других случаях эти в целом правильные принципы мышления могут приводить к глюкам. Ну, например, есть совершенно правильная идея ассоциативного мышления, что мы можем строить какие-то ассоциации, основания этого, там, какие-то делать выводы, но иногда ассоциативное мышление приводит к ложным ассоциациям. Ну, например, я привожу в другой лекции такой пример, что вот если у вас повар приготовил хорошее блюдо, то вы полагаете, что повар хороший и приготовит следующее блюдо тоже хорошо. Но будет неправильно полагать, что этот повар сам был бы вкусным, если его приготовить. И вот второй пример – это такое магическое мышление, и какой-нибудь верующий в какую-то магию может быть как раз запросто может решить, что вот именно из этого повара самое вкусное блюдо и получится, если он там из какого-нибудь каннибального. Я привожу достаточно абстрактный пример. Но можно и более приближенные к реальности вещи привести примеры. Ну, например, вот есть микробы, и они невидимые, они передаются через контакт. И у людей в очень раннем возрасте возникает способность представлять невидимые штуки, передающиеся через контакт. Это правильный принцип мышления. Да, такое возможно, иногда это помогает защититься от какой-то инфекции. Не потрогать, кто-то потрогал какого-то больного, и вы теперь не хотите трогать этого другого человека, потому что зараза от этого больного могла передаться этому человеку, хотя внешне он кажется здоровым. Защитный механизм полезный и срабатывает. Но представьте себе теперь, что речь идет не про заразную штуку, а, допустим, вот в тюрьмах там бывает, что есть какой-нибудь человек низшей касты,
тот его потрогал, и теперь этот человек тоже считается низшей кастой. Если вы его потрогаете, то вы тоже станете низшей кастой. Это пример магического мышления. То есть некоторый принцип, который был применим в одном месте, оказывается неправильно применим в другой области. Или, например, у нас есть способность думать, о чем думают другие люди. Вот я не знаю, что у вас в голове, но я могу по вашему там, поведению, вашей реакции о чем-то догадываться. И иногда эти прогнозы могут сбываться. Как холодное чтение. Вот. Ну, не совсем, но неважно. Вот. Но при этом я точно, но точно так же я могу, например, задуматься о том, что думает нарисованный мультяшный персонаж, хотя мозга у него нету. Ну, вы мультик смотрите, в этом мультике как бы там есть персонаж, он о чем-то думает. Но на самом деле, конечно же, он не думает, но мы тот же самый инструмент применяем в другой области. Или можем подумать, о чем думает несуществующий персонаж, например, какой-нибудь призрак. Призрака не, мы его не видим, но можем представить, или вот здесь есть призрак, допустим, Черчилля. Вот о чем бы думал призрак Черчилля, если бы он находился в этой комнате. Мы для этого привлекаем тот же самый мозг, тот же самый аппарат, который я бы использовал, чтобы думать, о чем думаете вы, а теперь я его применяю к несуществующей личности, которая давно умерла. Ну и вот, вот эти вот штуки являются на самом деле общим в том, почему так много разных бывает заблуждений и что в них общего. Неправильное применение правильных принципов мышления, эволюционно-адаптивных, хороших, помогающих нам познавать мир. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Если вам известны какие-то исследования или были данные, насколько реально физиологически боль, которую человек чувствует во время кошмара? То есть, например, люди регулярно сообщают о том, что часто во сне выпадают зубы. Один из моих личных кошмаров был такая волнообразная головная боль. Но что из этого реально физиологическая боль, которую мозг облег в такую форму сна? А что из этого просто имитация воспоминания о боли, потому что это был сон? Знаете, ну боль, она существует только в виде нервных импульсов. Боль — это в каком-то смысле иллюзия. Это конструкция, которую создает мозг для того, чтобы сигнализировать вам о том, что что-то там вам угрожает. И в этом смысле воображаемая боль, ну, она такая же, как и... Ну, здесь нету такого... Любая боль, она в каком-то смысле воображаемая. Другой вопрос, что если у вас, вам снится, что у вас выпадают зубы, и у вас это что-то болит, то это не значит, что у вас на самом деле зубы выпадают. Да? В этом смысле оно отличается от реальной там, зубной боли, потому что за реальной зубной болью стоит реальный какой-то патологический процесс, а в данном случае его нет. В этом смысле такая боль нереальна, но с точки зрения мозга она точно такая же, потому что может приводить к активации тех же самых нервных клеток в мозге, которые бы активировались в случае реальной боли. Есть интересные исследования про то, что наше восприятие боли зависит от того, насколько мы оцениваем реальность опасности от того источника, который эту боль вызывает. Я сейчас не вспомню, была лекция, по-моему, тоже на TED про боль. Можно поискать, может быть, найдете. Вот как-то так. Хорошо. Друзья, у нас очень жесткий тайминг сейчас, поэтому я думаю, что если есть еще интересные вопросы, Саша, ответит лично, буквально прям 5-10 минут. Спасибо, что пришли, и ждем вас снова. И да. Музей работает, можете подняться наверх и посетить его. Спасибо. Да, вот давайте я... Подождите, да, книга. Да, вот вопрос. Девушка, знаете, я вам подарю. Вот вы да. В черном, в черной футболке. Да, поздравляю. Да.